Я считаю, что они большие молодцы, очень хорошо помогают ребятам, справляются со своей работой. Вот, я безумно рада, что вот есть такие люди, которые неравнодушны к нашей стране. Тебе доходит, в принципе, более-менее 50 на 50. В чем смотря? Если вооружение, то пока мало. Финансово нормально. Ну, я считаю, что положительно. Ну, во-первых, если учесть всю ту помощь, которую оказывает Польша нам с первых дней, ребята очень молодцы. Они очень помогают, поддерживают украинцев. Недостаточно высокая помощь, хотелось бы более серьезных санкций и давления на Россию. Полностью прекратить все отношения, абсолютно все. Допомога. Допомога є. Хотілося б більше, як завжди. Але що маємо, те маємо. Озброєння для ЗСУ більше. А ми потерпимо. Допомагає, то дуже мало. Дуже мало. Якби вооруженням більше. Ну, я думаю, что они, в принципе, все правильно делают. Ну, не все же так быстро у нас происходит. Поэтому я считаю, что некоторые люди, которые там переживают и боятся за то, что вот там нам не поставляют оружие, еще что-то. Ну, мне кажется, все правильно. Ну, в нашем мире все быстро не происходит. Поэтому, ну, я считаю, что они молодцы. Чуть-чуть позже другие страны присоединились. Там Болгария, Чехия, другие. Ну, то, что вот сейчас Великобритания нас очень поддерживает. И вооружение отдают, и морально, в общем-то, поддерживают. Вот, поэтому я считаю, что спасибо им. Роблять, что могут. Для них это тоже было неочековано, я думаю. И никто к этому не был готов, по большому счету. Ясное дело, что хотелось бы, но как помогают, и на том спасибо. Вот я в сфере обслуживания работаю, вижу, что очень много прессы приезжает, очень много иностранных жителей приезжает, пытаются поддерживать нас, освещать это все. То есть мы очень благодарны, ну, конечно, всегда хотелось бы больше.